В столице прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная столетию первого министра обороны Казахстана Халык Кахарманы Сагадата Нурмагомбетова. В ней приняли участие ветераны вооруженных сил, офицеры, кадеты и воспитанники военных колледжей, а также родственники самого героя. Так, внучка Лира Нурмагомбетова рассказала, что ее дедушка получил звание Героя Советского Союза еще совсем юным парнем, в 20 лет. Это был человек, который очень был разносторонний, у него была феноменальная память, да, он знал прекрасную историю, географию, вот все, что его не спросишь, я даже поражалась, там 85-90 лет, а он помнит все до мелочей. То есть для нас это было, конечно, огромным примером. Я всегда с благодарностью отношусь к таким мероприятиям. Я уверена, что Аташка смотрит, да, на нас, и он очень рад, что вот непосредственно и в его честь, и в честь других героев, да, что помнят тот вклад, неоценимый вклад, это вклад всей его жизни, который он смог передать для того, чтобы наш Казахстан на данный момент процветал, был независимый, жил в мире и согласии.